Виагра, Сиалис, Силденафил и сердце. Как влияют эти лекарства на людей, у кого есть сердечные заболевания? Во-первых, принимая препараты этого ряда, лучше проконсультироваться с кардиологами. Но что хочу сказать я? Эти препараты назначались для того, вернее, как их разработали, а разработали Виагру как раз-таки как препарат для укрепления сердечной мышцы. В одном из университетов ученые изучали действующее вещество силденафил. И они заметили, что кроме того, что этот препарат влияет на сердечную мышцу, укрепляя ее, улучшается кровообращение, трофика, очень хорошо силденафил влияет на мужские органы, на эрекцию, на потенцию, на прилив к мужским органам. И кроме того, что они видели уже новый эффект, был эффект и в лечении сердечных заболеваний. И со временем препарат Виагра, тот же Сиалис, который многие знают, препараты из группы силденафил, это действующее вещество, химический состав препаратов, врачи, ученые заметили, что мужчины с заболеваниями сердца, принимающие часто препарат, это в основном возрастная категория, люди 55+, меньше страдали на заболевания сердца, на инфаркты, их меньше было, инсультов меньше было, сердце укреплялось. И те, кто не принимал раньше Виагру, ну, препараты с действующим веществом из группы силденафила, стали даже крепче, чем были до приема. То есть, в основном, эти препараты из этой группы силденафила для потенции, для эрекции очень хорошо влияют на сердце. Даже было замечено, что очень часто то, что и повышает давление эти препараты, но и снижало артериальное давление, именно Виагра, Сиалис, силденафил, действующее вещество, снижали артериальное давление. Поэтому вам, дорогие мужчины, я рекомендую проконсультироваться с кардиологами, аккуратненько с маленьких доз проверить на себе, прочитать инструкции. Инструкции читайте обязательно. И не нарушая рекомендации в инструкциях, не нарушая советы кардиолога, вы можете использовать этот препарат. Но есть и противопоказания. У кого заболевание сердца, например, при пороках сердца, при операциях на клапане сердца. Поэтому консультация врача нужна будет вам обязательно, и она ни за что вам не навредит.